За 7 месяцев на территории обслуживания ГИБДД Рассказовский было зарегистрировано 5 аварий с участием и по вине транспорта юридических лиц, в которых пострадали 8 человек. Поэтому сегодня, 20 августа, на федеральной автодороге Тамбов-Пенза прошла массовая проверка пассажироперевозящего транспорта и транспорта, перевозящего грузы. В рейдовом мероприятии были задействованы 3 экипажа сотрудников ДПС, сотрудник Ространснадзора, медицинский работник и эксперты техосмотра. Целями данного рейда является профилактика дорожно-транспортных происшествий среди транспорта юридических лиц. Особое внимание сотрудникам уделяется на техническое состояние транспортных средств. Автоинспекторы проверяли исправность тахографа в большегрузах, а также измеряли уровень выброса вредных веществ в выхлопных газах. К примеру, этот грузовик относится к нулевому экологическому классу. Это значит, что машина достаточно старая, выпущенная еще до того, как Россия присоединилась к международным нормам и стандартам. У нее показатель должен быть не более 4,5%. Однако при замере прибор показал значение 6,65. Также был остановлен школьный автобус, водитель которого управлял данным транспортным средством, не имея средств технического контроля тахографа, за что был привлечен по статье 11.23, часть 1 Кодекса административного правонарушения. Большинство транспортных средств юридических лиц, остановленных во время проведения рейда, не было оснащено средствами технического контроля. Поэтому водителей привлекли к административной ответственности. Николай Теплов, Тволк, городские порталы.